Ни для кого не секрет, что летом 2017 года в Казани пройдет Кубок Конфедерации. Уже сейчас началась активная подготовка к этому масштабному событию. Например, в Казани начали съемки телевизионной программы, которая поможет иностранным гостям ориентироваться в городе и узнать о самых красивых достопримечательностях Татарстана. Программу «Список Эрика» на Russia Today ведет мексиканец Эрик Фонсека. Съемки стартовали, герои уже сняли визитные карточки города, мечеть Кул-Шариф и Казанский Кремль. Мы ходили на озеро Каван, мы покатались на Волге и первый раз вообще в Казани. Мне понравилось. Я не ожидал, что такая большая и очень много инфраструктуры хорошая. Эрик ведет программу не один. По сюжету он знакомится с милой девушкой, по совместительству студенткой Казанского федерального и обладательницей титула «Мисс Казань» Камилёй Харисовой. Она помогает ведущему сориентироваться в городе и познакомиться лучше с культурой Татарстана. В эту программу я попала, наверное, по счастливой случайности. Меня нашли, и мы быстро договорились. Мне понравилась идея, потому что вы знаете то, что я люблю себя пробовать в таких вещах. И когда-то в свое время я пришла первый раз на канал «Универ Смотри», это дало мне невероятный опыт. Поэтому мне хочется идти по этой дороге дальше. Программа будет переведена на несколько иностранных языков, чтобы все приезжие гости не упустили возможности познакомиться со всеми красотами России. Анастасия Иванова, Роман Самарин, «Универ Ньюс».